4, 7, 8. И раз, и два, и три, и четыре. Дальше мы подныриваем вниз с этой ручки. Когда выпрямились, она поднялась вверх, мы уходим вниз, поднимая уже эту ручку. Пум, ладонь вместе с головой. Кто-то из ребят делает это так. Дальше мы правую коленочку выводим, потом левую. И когда у нас идет это движение, правая коленочка выходит. Пум, пум. Отсюда мы выпинываем правую ножку. Рука пошла в сторону этого над головой. Раз, шаг, два. И на третий делаем хлопок. На четыре небольшой акцент. Четыре. У нас есть пять. Шаг. Дальше. Мы топаем пяточки. Это рука на базе. Это рука идет в крест. Да. На второй раз. Рука идет в крест вниз. То есть раз, два. Вес мы переносим на переднюю ножку. И дальше. Пум. Переносим вес на заднюю. Передняя у нас отрывается от пола. И в этот момент мы выносим пальчик к плечу и разим. Дальше мы снова наступаем на ножку, откачиваемся назад. Пам-пам, пам-пам. Так будет еще три раза. То есть первый раз сюда. Второй раз у нас здесь выпрямляется ладошка, мы на нее смотрим, ей немножко шевелим. Снова качаемся, поднимаем вторую, смотрим сюда. И отсюда через центр руки поднимаем наверх, это тоже у нас немножко повышится. И отсюда прыгаем на левую ножку, делаем вид на правое колено. Это первая часть. Еще раз соединим ее медленно. Пять, шесть. 7, 8. Та, 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 та. Раз, два, три, четыре. Отъехали. Та, 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 да, та, да, та, да, та, да, та. Дальше. После этого движения 4 счета мы пропускаем, ребят, при строении. Раз, два, три, четыре. Дальше у нас от губы рисуем замах и там-там-там. Можно кулаком бить, можно так бить, можно пальцами, как угодно. Три акцента вместе. 5, 6, 7, 3, 8. Дальше. Сначала ноги. Мы начинаем с того, что мы падаем на левую ножку. Пум, пошел корпус назад. Наступаем на правую. Наступаем на левую, наступаем на правую и бьем корпусом в колено. Переступаем и прыгаем два раза, выбивая ножку правую вперед. Все то же самое, но с другой ноги. Мы наступаем на правую, начинаем падать. Пошла в крест. Левая, правая, левая, колено. И также возвращаемся назад. Пам, пам, два раза бьем ножку. По корпусу. На первый шаг у нас корпус уходит назад. С этим движением мы начинаем поворачиваться сюда, поднимаем его, чтобы ударить от колена. Когда делаем шаг, корпус в удобном положении. То же самое здесь. Назад, подача, пам, вперед и накинуть. Там, пам, пам. Когда мы делаем это движение, руки нам помогают. То есть, когда мы начинаем падать назад, мы ручка замахивается сюда и будет бить диагональ. То есть, раз, два, три, четыре. На четыре мы корпус подвигаем. Пять. Силы набрасываем его сюда. 6 делаем шаг. 7-8 наши прыжочки. Это рука оставлена. Это здесь прокрутим. 7-8. То же самое в ту сторону идет. Мы делаем замах рукой. Когда падаем, поворачиваем корпус. Пам. И бит. Пам. Шаг. И теперь эта рука работает. Дальше мы делаем левая, правая, левая. Переносим вес на левую ножку. Правая сумка в колени. И то же самое делаем в другую сторону. Руки. Работают в положении на пистолетике. Мы делаем левая, правая, левая, правая, правая. Соответственно, это будет у нас выглядеть. Та-да-да-та, та-да-да-та. Потом мы встаем ровно, центровой, подтягиваем, ребят. Чоги с одной стороны, чоги с другой стороны. Дальше через низ поднимаем ножку, обе руки заводим сюда. И пистолетиком мы тыкаем вниз. У нас будет та, раз, два. Ставим левую ножку. Через ровно заводим правую, и у нас левая рука уходит назад. Правая поднимается к плечу, мы с вами грозим вверх. Да? Поворачиваемся и уходим на эту сторону. Вторая часть еще раз. У нас было 5, 6, 7 и 8. Раз, два, три, четыре,
5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Та-та-та-та. Та-та-та-та. Так. Чоки, чоки. И пам, пам, пам. Пальчик. Соберу медленно подсчет, полностью всю связочку. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре.